Котята, и сегодня я играю в Chicken Gun. Да. Если будет реклама, не удивляйтесь, потому что я буду записывать ролик без остановки. Кстати, вот этот прекрасный человек, это камерамен 2.0. Конечно, я играю за котика. Ну, за русского, ну, как минимум, за русского того мена. Кот в кавычках, не в копочках. Короче, он маленько, короче, сошел с ума. Или я сошла с ума. Как бы мы вместе сошли с ума. Да. Короче, все так. Он мне проделал вот это, не знаю нафига. Он там окна поразбивал, все поразбивал, переставил несколько раз. Короче, так и живу в этой игре. Короче, это либо я начинаю от этого телека сходить с ума, он делает вид, что я схожу с ума. Ну, типа, там нормально живет, спокойной жизнью. Ну да, короче, меня уже ничего не удивляет. Я по приколу тут пишу. Вот так вот. Типа, мордочка котика, поняли? Ну, короче, он такой, по тебе дурка плачет. Ой. Короче, нормально живу. В угол могу закрыться. Там машина стоит. Ну, да. Ну, там вид на улицу. Спокойней. Вот там где-то машина стоит. Вот она. Ну... Нормально живем, кровать, диван, телевизор с прибамбас. Ладно, я прикалываюсь. Ну, какая-то, короче, психушка. Одним словом, психушка. Ну, с агентом. Он, короче, понял, что я уже маленько отвлекаюсь от этого. Далеко, потому что мне становится скучно на него смотреть. Короче, вся суть видео смотреть на телек. Ну, и видеть то, что делает. Короче. Телеком мы насмотрелись. Спать. Ок. 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 Короче, я тут спать лягу. Все, спать. Ну что, прикалывается, ноги легла спать. А он все. Он еще написывает. Типа утро. Ладно, получается, могу еще не вставать. Такая. Охрапим в шутку. Происходит. Что он записывает ролик какой-то? Я не пойму. Полночи коты не спят, но 2 года они могут приспять. Ой, ханчик, малейкум халам. Салам алейкум. Котю, он сейчас такой, котя, ты норм? Прикидываемся мёртвым. Он еще меня в коробку поставит, под землю закопает и напишет «Лучший кот в мире». Я встала и такая прикинулась. Ого, медведь.
короче, он хочет, чтобы супер ролик был, а танцующим. В танцующем телевизоре, короче, в танцующей собаке. В танцующем мире. В танцующей психушке. Минус один, я могу видеть, есть ли дома хозяин и улицу. О, да, да. Кстати, за кадром. Не, при кадре. Ну, я то, что вы не видите, я надеваю. Ну, короче, в кофту одеваю ногу. Имею через рукав. Ну, ладно. Дети, в принципе, могут и пластилин жрать. Как говно на палке. Ну, не пофиг, короче. Кстати, если кто не знал, вот Рейка Вумен. И никто не обращает на название канала. Для меня вы котята, а так вы просто подписчики. Но у меня каждый подписчик — это мой котенок новый. Оли, кот. Милый кот. Добрый кот. А если кто-то злой, то злой кот. Не обижайтесь только на видео. Пожалуйста, на видео с акулой. Меня не хейтите, а то я в некоторых забанил за то голосование. Про то, как я тупо снимаю видео. Не, я просто по приколу снимаю видео. Чтобы их было больше, больше и больше. Чтобы было больше, больше просмотров. Но на подписки мне не сильно пофиг. Ну, тоже спасибо за подписки. Ну, короче, имейте в виду, что кто в подписчице, тот мой котенок. Да. Как скучно смотреть на телек. Как во ФНАФе. Направо, налево, назад. По сторонам. Хозяин хочет, чтобы я смотрела на телек. Так-то я сначала по улицам шарохалась. Сейчас бежим. Есть. Окей. Сейчас жрать будем. О. О. Садись. Это мне? Ты чё? Не пойму. Это мы жрать идём? Господи. Нифига. Нифига. Супчак. Ну. Он всё такой... Реклама была. Сори, у меня реклама была. Я такой, нет, котик откинулся. Ну, ладно. Я булочку сосру. О, норм. У него булка где? Сожрались. О. Он супчик сожрал. Окей. Ну, ладно. Сейчас напиток. Прикинь, я сейчас стекло сожру. Что? Ты какой-то большой кот. Хоп. Нём. Как ты будешь? Нём, всё. Да, хоп. Продолжаю смотреть мультик. Чё, уже поел? Ну, это считает он мультиками. В принципе, булку и пивасу выпить и сожрать. Нормально. Короче, жизнь у кота хороша.
Пота. Заходил в коробку, залез, заходил в спать, лег. Ночью. Шарохается день. Все время ночью такой шарохается. Когда хозяин особо долго спит, он такой бу-бу-бу. На него залазит ему на ухо, такой мяу-мяу. Это типичный кот, если вы его заведете. Его еще кормить. А у них питание на миллион. Они еще миллиардеры. Хозяины, когда должны быть миллиардерами. Нет, хозяин еще пока что никогда не относил гулять. Такой, все, нет вопросов. Он уже подумал, я сбежала. А хорошая идея, давайте сбежим. Ня-н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 я
корпус для себя, только одну камеру оставит. Ладно, всем пока, ребята, котята. Было хорошо с вами снять ролик.